Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит. На сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семенович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит. Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит. Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семенович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом. Вот, кто-то даже пометил это место, здесь жил Хармс. Действительно жил, когда был маленький. Нет, не в распределительном щите, нет. А в доме, который здесь раньше стоял. Сейчас это Советский проспект, раньше был Пантелеймоновский.